Медицинское учреждение есть, а вот врачей общей практики не хватает. С такой проблемой столкнулись жители Литвинок. Сейчас на все поселение, а оно не маленькое, работает один врач. Наш корреспондент разбиралась в этой проблеме. Поселок Литвинки расположен в черте Твери. Местные жители рассказывают, что полтора года назад на весь населенный пункт было два врача общей практики. Сейчас остался только один. Люди сетуют, что если по каким-то причинам оставшийся врач не ведет прием, жителям надо ехать во вторую поликлинику, куда добраться можно только с пересадками, ведь прямого автобуса из поселка нет. У нас все врачи были общей практики. Не хватает врачей общей практики. У нас один остался, единственный, который, если она на больничном, это все. Поселок стал. И нас направляют во вторую поликлинику. Ну, это с двумя пересадками. До Благоева, а с Благоева еще на одну маршрутку. То это на Комарова туда ехать надо. У нас же нет прямого рейса. Местные рассказывают, что раньше все было намного проще. Врачи работали в две смены, и в любое время можно было попасть на прием к специалисту. Сейчас же все наоборот. Наша поликлиника, все-таки мы жили тут в своем мирке, нам очень было хорошо. Придешь, и очереди, когда было три врача, они в две смены работали, всегда можно было подойти к врачу в любое время, тебя примут, и больничный вовремя выпишут. А тут я никакая температура, я сижу 8 часов. Полный коридор, и все больные. Не в силах человек вынести просто и на приемы ходить, и еще вот по 50 человек принимать. Но тоже живой человек. Это тяжело, просто физически тяжело. Кроме того, местные жители рассказывают, что сейчас поселок все время молодеет. Появляется больше семей с детьми. А вот детского врача, кстати, здесь тоже нет. На речной приходится ездить. Очень много народу там. И не знаешь, как ребенка в садик выписать, справку взять. С вопросом о сложившейся ситуации наш телеканал обратился в Министерство здравоохранения Тверской области. И вот какой ответ мы получили. Штатным расписанием поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области городская клиническая больница номер 7 в поселке Литвинки утверждены две штатные единицы. В настоящее время занята одна штатная единица одним врачом общей практики. Также в министерстве сообщили, что информация об имеющихся вакансиях в учреждении размещается на официальных сайтах медицинской организации и Министерства здравоохранения Тверской области. На сайтах по трудоустройству сведения о вакантных должностях подаются в Центр занятости населения Твери. А пока жителям Литвинок остается только ждать, пока кто-нибудь из врачей откликнется на имеющуюся вакансию и приедет работать к ним в поселок. К слову, проблема обеспеченности медицинскими кадрами в Тверской области носит затяжной характер. Несмотря на наличие ведущего медицинского вуза, Тверского медицинского университета, многие выпускники отправляются работать в крупные города – Москву или Санкт-Петербург. И, возможно, одним из решений сложившейся ситуации может стать повышение зарплаты врачам и медперсоналу, а также улучшение качества условий труда.